устает поражать вот то, что мы здесь сегодня собрались, и повод, который нас сегодня здесь собрал, воспоминания о Евгении Александровиче Евтушенко, это не наша идея, не наша инициатива, это не рука Москвы, это инициатива, которая вот коллеги, которые здесь сегодня перед вами будут выступать, но выступать будут не только они, я понимаю, собственно, вот они и пришли с такой идеей поговорить о творчестве Евгения Александровича, который, как вы знаете, недавно ушел из жизни. Ну, я здесь не только как хозяин, но и я был знаком с Евгением Александровичем, моя работа была связана с тем, что мне пришлось быть знакомым с очень многими людьми, помимо моей воли иной раз. Ну, с ним, естественно, знакомство – это событие в моей жизни, это определенная веха. Это в течение нескольких лет продолжалось, когда я работал, занимал очень большой пост один. Но это, наверное, совершенно отдельный разговор. Сегодня коллеги готовили сами, не предполагали моего участия, кроме как сказать такие слова напутствия вам и открытия. Потом как-нибудь в каких-то других условиях я, конечно, расскажу об этих встречах. И, ну, понятно, что, наверное, для моего поколения, для нашего поколения, поколения, которое здесь представляет большинство сидящих в зале, это было совершенно такое макрокультурное явление, Евгений Александрович, об этом вы тоже сегодня наверняка будете говорить. Ну, человек, который однажды написал: «Если будет Россия, значит, буду и я», наверное, этим выразил полностью всю свою жизненную позицию, гражданственность, свои взгляды. Ну, а мне, наверное, чтобы ни в коем случае не перебить тот настрой, который вот я чувствую присутствует у замечательных представителей удивительной киевской творческой интеллигенции, Евгения Ароновича Черняховского, Евгения Леонидовича Гороховского, у Ефима Леонидовича Гофмана, которые вот будут коллективными ведущими сегодня вечером, чтобы не перебить их задор, я хочу таким задорным, хотел четверостишек прочитать, одну строчку прочитаю. Давайте, мальчики, давайте, будьте стойкими. Дорогие гости, 1 апреля этого года в госпитале города Талс, штат Оклахома, скончался, ушел в вечность Евгений Александрович Евтушенко. Мы, устроители этого вечера, сердечно и искренне благодарны всем до единого, кто сегодня пришел сюда, чтобы разделить с нами наше горе, нашу скорбь, нашу тоску. Я очень прошу, давайте, пожалуйста, постоим.